автомат с пирожными. Привет, Руби! Привет, Йо-Йо! О, что это? Похоже на холодильник. На полочках так много аппетитных пирожных. Урок сейчас начнется. Пора идти в класс. Слушайте учительницу. Руби мечтает о пирожных. И Йо-Йо тоже. Много-много шоколадного печенья. Не отвлекайтесь, учительница сердится. Нужно быть внимательными в классе. Урок закончился. Что ты делаешь, светофор? Светофор хочет сок. Руби тебе поможет. Странно, не открывается. А ведь Руби тянет изо всех сил. Йо-Йо хочет ей помочь. Осторожно! У светофора есть идея. Что ты придумал, светофор? Нет-нет, так нельзя. Это не холодильник, это автомат. Если хочешь взять пирожное или сок, нужно бросить монетку. Оказывается, все просто. Светофор такой сильный. Смог поднять огромный камень. А вот удержать его трудно. Ты не ушибся, светофор?
Руби и Йо-Йо уже купили сладости. Теперь очередь светофора. Странно, неужели автомат сломался? Осторожно, светофор! Вот и сок для тебя!